послезавтра уже Новый год. Не получилось? Mm-mm. Наш один из самых любимых завтраков. Вкусно, сочно. Арбузики появились к Новому году. И они даже веганские. А как ты теперь будешь отклеивать? У нас небольшая закупка сегодня. Что-то захотелось прям простого. Давай по-новому поиграем, сынок. Брокколи и хлебушек цельнозерновой. Мы отмечаем тоже свой маленький праздник. А у нас традиция ходить в баню. Ты рад, что ты в бассейн приехал? Народу пока мало, хорошо. Обнулились, обновились. Очень вкусно, разнообразно покушать. Набрали уже еду. Кляре тоже овощи. Шоколадный фонтанчик. За нашу семью. И у него вообще такая удивительная судьба. Поздравили с наступающим Новым годом. Завтра Новый год. Я решила выбрать себе рюкзачок. В Заре начались распродажи. Качество изумительное. То есть с ним можно и путешествовать. Такой, кстати, мне больше по душе. Можно носить его как сумку. На кармашке, на магнитиках. Вот прям идеальный. Всем доброе утро. 29 декабря. 7:30 утра. Я уже вышла на прогулку. Прям хочется сразу начать день с чего-то приятного. Для меня это прогулка. У нас еще совсем темно. Ну, надеюсь, что к концу прогулки уже станет немножко светлее. И сегодня у нас никаких планов нет. Будем сидеть дома. Единственное, что нужно сделать, так это закупиться. Потому что завтра у нас планы. У нас не будет возможности и времени поехать купить продукты. А послезавтра уже Новый год. Так что сегодня поедем, закупимся на новогодние праздники. Я уже возвращаюсь домой. Не так уж и светло стало. Наверное, потому что пасмурно у нас. Небо такое серое, затянутое. Вчера тоже дождь был, а сегодня очень сильный ветер ночью был. И под утро тоже еще ветер. Но сейчас уже более-менее все успокоилось. А я хотела вам рассказать, как я вчера купила парфюм в магазине «Дуглас». И что меня удивило, так это то, что мой парфюм на витрине стоял по одной цене. Он стоил 90 евро 50 миллилитров. А я зашла на онлайн-страничку, и там тот же парфюм стоял за 65 евро 50 миллилитров. И я спросила у девушки, почему такая разница и по какой цене в итоге я могу купить. Она сказала, что на кассе вы просто попросите, чтобы была цена онлайн, та, которая указана в интернет-магазине. И действительно, на кассе я сказала, что хочу цену онлайн, и мне продали за 65 евро. Такая большая разница, то есть за 30 евро можно еще какой-нибудь себе маленький парфюм купить, 30 миллилитров, например. И это так сильно меня удивило, что, например, люди, которые, да, ну, не знаю, не дружат с интернетом, может быть, до сих пор, какие-то пожилые люди, на них можно вот таким образом навариться. А я очень хочу себе еще один парфюм. Вошла во вкус. В адвент-календаре мне попался парфюмированный крем для тела. И он просто какой-то вообще нереальный, такой яркий, он так сильно отличается от всех других. И мне он так сильно понравился, что я хочу в следующий раз взять себе такой парфюм. Спасибо Витиной маме за гудшайн. У меня там еще осталась хорошая сумма. Я думаю, что еще такую же я добавлю и возьму себе еще этот парфюм, чтобы мне уже точно на год хватило. Как я вовремя уже подхожу к дому, у нас дождь пошел. Вот про этот крем я сейчас рассказывала, говорила, и хочу себе такой парфюм. Запах просто нереальный. Я хочу и папа, и побиться. Не получилось? Mm-mm. Будешь умываться? Да. Я готовлю луковые лепешки на завтрак, раскатала тесто, добавляю сюда зеленый лук, еще раз пройдусь скалкой по зеленому луку и укрываю лепешку вторым краем и прохожусь опять скалкой. Отправляю лепешки на сухую сковородку. Нарезала свежие овощи к лепешкам. Лепешки тоже готовы, наш один из самых любимых завтраков. Приготовила еще соус. Здесь кетчуп, кокосовый йогурт и соевый соус. Мирон у нас тоже лепешки готовит. Вчера они с папой поставили тесто на закваске. И вот сейчас хотят лепешку пожарить. Покажи, пацаны, сколько у тебя силы. О, молодец. Во. Мирона лепешка отправилась на сковородку. Даже надулась. Наверное, это из-за того, что она на закваске. Она такая пышненькая. Все, Мирончик, твоя лепешка готова. Приятного аппетита. Вкусно, сочно, очень ароматно. Лук даже чувствуется в лепешках. И Мирончика лепешку тоже завернули. Я ему палочками закалываю, чтобы она не распадалась. У нас дождь хорошо прошелся, а мы поехали за продуктами. В норме даже арбузики появились к Новому году. Мандарины появились, а то к рождественскому столу вообще мандарин ни в одном магазине не было. Вот эти хорошие, крупные. Витя тут какую-то штуку притащил. Я так подозреваю, что это бомбочки на Новый год. Мирончик, что ты выбрал, сынок?
Настольную игру с рыбками? Да. Игрушку? Пока папа складывает продукты, Мирон уже распаковал. Там лодочка, маленькие рыбки, фигурки человечков и кубик. Ну и здесь еще карта, конечно. Мы приехали в Альди. В Альди завалены полки с печеньем, с предсказаниями, и они даже веганские. Стоят €49. Мне интересно, почему новогодние подарки с хрюшками в основном? Год кролика вроде бы не хрюшки, а тут хрюшка. Наверное, хрюшка — это символ удачи и благополучия. Все, едем домой. Ты себе голову ударил и сам наклеил? А как ты теперь будешь отклеивать? Она прям там сильно приклеилась. Ну, хоть голова не болит больше? Нет. Лучше стало? Вот так. Больно? Да. Пока так походишь? Мама, я. Да, я посмотрю, малыш. Не смог оторвать, больно было? Пришлось отрезать, да? У нас небольшая закупка сегодня. Взяли морковку, брокколи, огурец, зеленый лук, гранат, вот эти крупные мандарины. Витя взял сетку апельсин, две упаковки малины, помидорки, сливка, груша, вот такая китайская, и здесь еще одна груша, кедровые орешки, орешки кешью, овсянка, две упаковки, детский пластырь и обычный пластырь, брокколи, морковка, натуральный тофу, копченый тофу, сушеный манго, обжаренный арахис, круглый рис, две упаковки, зеленые яблоки, красные яблоки, шампиньоны коричневые, помидорки черри, растительное масло, ополаскиватель для посудомойки. Это чистящее средство для плиты. На обед приготовлю супчик, отправляю лук, отправляю морковку, картошку, засыпаю круглый рис, заливаю водичкой. Добавлю еще копченый тофу, у меня завтрака немножко остался, и лавровый листик. Добавлю немножко сушеной зелени, довожу супчик до кипения и готовлю под крышкой 15 минут. Все, супчик наш готов, сварился, такой классный получился, аппетитный. Мирон добавляет петрушку и будем обедать. Уже давно такое не кушали, чего-то захотелось прям простого. Авокадо с солью и с маслом и хлебушек. Теперь ты, сынок. Я убрал, и мы дальше поплыли. О, желтая, выпекай, рыбка. Одну вперед. Вот так. Да, теперь ты. Зеленый. Вот опять лодка подплывает. Надо на синий или желтый сейчас, сынок. Она спаслась. Рыбка одна спаслась. Уплыла. Молодец. Прям все словили. Одна рыбка выиграла, все. Маля. Давай по-новому поиграем, сынок. Витя нашел канал, называется «С Новым годом», и здесь старые советские фильмы показывают. «Карнавальная ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Девчата», «Елки», «Джентльмены удачи». Вот сейчас «Зигзаг удачи» идет, Иван Васильевич меняет профессию. Мы как раз хотели сегодня пересмотреть какие-нибудь советские старые фильмы, хотели «Иронию судьбы» посмотреть и «Служебный роман» хотели посмотреть. Ну вот здесь на выбор все, что хочешь. Все, мы определились, решили сначала «Девчата» посмотреть. Там такая зима шикарная. На ужин опять супчик и тост с авокадо. Мирончик, просыпайся, сынок. Мирон уснул. Вдруг неожиданно. Да, зайчик? Не дождался, 7:30. Уже чуть-чуть и спать пойдем. Просыпайся, малыш. Сынок. Мирончика растолкали, разбудили. Он сегодня у нас рано проснулся в 6 утра. Давай! Вот такой яблоко, давай, бипотуем! Давай, хорошо. Пожалуйста, сыночек, приятного аппетита. У нас на завтрак сегодня огурчики, помидорчики, рис отварной. Немножко пережарила такие оладушки овощные. Добавила все, что было в холодильнике. Капустный салатик, брокколи и хлебушек цельнозерновой. Витя уже с Мирончиком пошли в машину. У нас сегодня непростой день, 30 декабря. Преддверие Нового года, но мы отмечаем тоже свой маленький праздник. Сегодня у нас 6-я годовщина нашей свадьбы, и мы решили провести этот день в удовольствии.
У нас такая программа: с самого утра мы едем в бассейн, будем там купаться, плавать, нежиться в джакузи. В общем, проведем день так, чтобы было всем классно. И сегодня я тоже освобождена от готовки, поедем покушаем в китайский ресторанчик. Все, Витя с Мирончиком уже сидят. Все, супер гуд. Да, куда мы едем, сынок? В бассейн. А какой сегодня праздник у мамы с папой? Я не знаю. Забыл, я тебе вчера рассказывала. У мамы с папой годовщина свадьбы сегодня. Классно, сынок? Да, ура! Ты рад, что ты в бассейн приехал? Ура, 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 да? Раньше мы в этот день просто заказывали роллы, суши с собой домой, потому что Мирончик был маленький, конечно, с ним сидеть где-то в кафе или в ресторане, это было нереально. А в этом году мы решили выбраться все вместе. Мы как раз к открытию пришли. Наша команда вперед! Мирончику надо еще одеть, как они, на рукавнике. Народу пока мало, хорошо. Мы уже пришли волосы сушить, но фены такие чуть-чуть совсем тянут. Я тоже голову помыла, попыталась высушить этим феном, но немножко высушила, так немножко подсохли, можно идти. Мирончик, завтра на Новый год, представляешь? А у нас традиция ходить в баню перед Новым годом. Накупались, обнулились, обновились. Сейчас еще заедем, вкусненько покушаем. Сегодня прям идеальный день. Вот 4 минуты осталось, и мы приехали. Мама, папа, у меня идея. Давай. М. После М и всякого полезного можно не мороженое. Да, да, можно. Только после полезного, хорошо? Да. Мы приехали в наш китайский ресторанчик, называется China Walk. Мы уже здесь были один раз. Наш китайский ресторанчик попроще, чем в Хане, в котором мы были пару дней назад. Но здесь тоже все то же самое, только порции поменьше, более скромно, скажем так. Выбор десертов тоже не такой большой. В Хане был даже аппарат с мороженым. Но десерты нас не интересуют. Нам тоже удалось очень вкусно, разнообразно покушать, учитывая наши предпочтения. Мирончик уже первый начал, мы пойдем с ним, видите, еще что-нибудь возьмем. Мы набрали уже еду, здесь проростки, рис, лапша, тарелка с овощами, здесь тоже шампиньоны в кисло-сладком соусе, кляри тоже, овощи, в общем, всякое разное. И там у Мирончика роллы, картошка фри. Давайте, с годовщиной нас, за нашу семью. Давайте, и мы тебе двоих. Мирончик, хорошо, что мама с папой познакомились и встретились. Да, классно. Шоколадный фонтанчик здесь включили. Попробуешь и скажешь, какое вкуснее. Ого, я думала, ты укусишь, а он сразу все в рот положил. Мирончик, ты наелся? Да. Папа, ты наелся? Да. И я наелась. Мы сейчас разговаривали с одним парнем, он работает в этом ресторанчике. Он понял, что мы говорим по-русски, он нам начал тоже по-русски отвечать. Кстати, у него очень хороший русский язык. Оказывается, он сам из Сирии. И 2 года назад он закончил курсы русского языка, и у него такой хороший русский язык, я просто в шоке. И он так быстро переходит с русского на немецкий, и он очень хорошо говорит. И у него вообще такая удивительная судьба тем, что сам он родился в Сирии, а его... прабабушка, прадедушка, они все жили в республике Кабардино-Балкария, в Нальчике. И вот таким образом все равно его судьба закинула в Россию. Он сдал русский язык в городе Белгород. Он сказал, что он также был в Москве, в Санкт-Петербурге, немножко попутешествовал по России и переехал в Германию. Мы пожелали друг другу всего хорошего, поздравили с наступающим Новым годом. И сейчас мы уже со спокойной душой едем, продолжаем наслаждаться сегодняшним днем, отдыхать, заряжаться. Поедем посмотрим какое-нибудь кино. В общем, будем дома отдыхать. Мы тут валяемся все на полу. У нас свечка уютно горит. Мирончик ложкой перемешивает воск внутри. Мы вот так вот тут все сидим под елочкой и в предвкушении завтрашнего дня. Завтра Новый год. Видя с Мирончиком тут играли, Мирон на мне валяется. И я к ним пришла.
Мирончик носит нам посылки. Я решила выбрать себе рюкзачок. И в Заре начались распродажи. Мирончику тоже что-то заказала. Там уже практически все разобрали. Размеров вообще нет. Вот чуть-чуть позаказывала. Что-то пришло и что-то еще придет. Вот. О, пижамка, классно. Кстати, классно, что такие же тепленькие штанишки. Мы ему уже такие заказывали. Мирон, классная пижамка? Да. Красивая. Она такая тепленькая, махровая. Как раз вот на зиму. Идеально. И кофточку тоже заказали, полосатенькую, хорошенькую. Качество изумительное. Такая теплая. Мирончик открывает рюкзачок. Ух ты, какой рюкзак, да? Ну как вам на вид? Красный, конечно, интересный, не подо все подойдет. Но он красивый. Пауэрбэнк можно положить в рюкзак и подключать на зарядку, прям не доставая. Здесь тоже внутри он очень классный. Много всяких отделений. И здесь тоже. В общем, смотрится очень даже все практично, симпатично. И вот здесь резиночка для чемодана. То есть с ним можно и путешествовать. На чемодан надевать, ставить сверху, и удобно. Следующий рюкзачок. Тоже выглядит аккуратно. Такой, кстати, мне больше по душе. Мне потому что не надо ничего складывать. Мне вот что-нибудь закинуть Мирончику, перекусить кошелек и телефон, и все. Вот следующий рюкзачок мы достали. Удобные лямочки, такие комфортные. Кстати, можно носить его как сумку. Внутри он тоже качественно сделан, прошит. Здесь тоже кармашек. Сильно большой мне не надо. Но он такой вот. Маленький, такие же, как и. Здесь удобные кармашки для водички, хорошо растягиваются, можно с собой что-то здесь дополнительно класть. Вот на этот рюкзачок я, кстати, делала ставки, потому что у него такие цветочки, что он и на лето подойдет, коричневый цвет и на осень подойдет, и на зиму тоже. И он практичный, опять же, за счет цвета. Надеюсь, что он еще и долго будет носиться. И, в принципе, не такой большой. Мне много на спине носить не надо, спина у меня одна, там яблочко какое-нибудь положить, что-то Мирону на перекусик, телефон. Ну и все. А так мне очень понравился. Кармашки на магнитиках. Можно было бы цвет другой выбрать. Я бы, может быть, выбрала что-нибудь посветлее. Но там вариантов других не было. Вот такой бы мне рюкзачок. Вот прям идеальный. Этот бы я взяла, даже не думая. Но он совсем маленького размера. Мне он не подойдет. Вот такой, ну побольше сделайте, пожалуйста. Мирончику одели новенькую пижамку. Вот эти пижамки из Зары, они очень классные. С ними вообще ничего не происходит, пока ребенок не вырастет.